На. Так, держи. Давай. Значит, бандитизм и терроризм. И многие нарушения, 90%, по вине самих водителей. Но надо же дагестанцам успокоиться немножко, прийти в себя. Вы понимаете, вообще у нас, в нашей культуре считается недостойным вот наши нервные, психологические реакции эмоциональные мужик. Мужик должен же терпеть что-то. Понимаете? Вот еду там, ну может быть 3 минуты там закрыли дорогу. Все дают сигналы. Но я им говорю, про себя я говорю, ребята, ну я же еду с посланием. Вы же меня в течение года... Вы же меня в течение года каждый день посылаете. Ну я могу один день нормально поехать и послать.